Повышать цену на газ для населения без дополнительных переговоров с МВФ не будут. При этом нужно учитывать решение Стокгольмского арбитража о выплате Нафтогазу чуть более 4,5 миллиардов долларов «Газпрома». Об этом Петр Порошенко заявил на встрече с предпринимателями. Президент также предложил провести налоговую амнистию, это с так называемой нулевой декларацией. Порошенко выступает против отмены третьей группы упрощенной системы налогообложения, а контролировать работу бизнесменов, по его мнению, должно Нацбюро финансовой безопасности. Бюро, це має стати не спецназом, не силовим органом, а інтелектуально-аналітичним центром, робота якого базуватиметься на використанні сучасних ризик-орієнтованих методів кримінального аналізу. Бо саме так і виявляють нині реальні і потенційні правопорушення в економічній сфері по всьому світу.